Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MatePad Pro. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс DRM лицензий. Итак, для этого мы переходим в приложение «Настройки» и переходим в раздел «Безопасность». Здесь мы выбираем «Дополнительные настройки» и выбираем «Шифрование и учетные данные». Тут у нас будут все наши надежные сертификаты, системные и пользовательские. И теперь, чтобы все это дело сбросить, нужно нажать «Удалить все учетные данные». И нажимаем «Удалить». И вводим пароль экрана блокировки. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.